Здравствуйте, дорогие друзья! Вы никогда не задумывались, почему умерших нужно обязательно закапывать, да еще и на 2 метра в глубину? Откуда на самом деле пошла эта традиция? Почему христианство так противится кремации? Давайте разбираться вместе. Сегодня, наверное, самая краткая официальная историческая справка. В 1655 году Англия была опустошена бубонной чумой, и в целях недопущения распространения заболевания было принято решение зарывать тела умерших на глубину 6 футов, что равняется 1 метр 83 сантиметра, ну то есть примерно 2 метра. Также, согласно христианскому канону, землю на кладбищах освещают, и считается, что освещение действует до глубины 3 метра. Конец краткой официальной исторической справки. Друзья, заметьте, в несуществующий 1655 год с эпидемией борются не кремацией зараженных тел, а их закапыванием. А теперь немного теории. Когда я был еще ребенком, то постоянно задавался вопросом, почему радиоактивные отходы не сжигают? Зачем их нужно хранить, если они никому не нужны? Ответ, как всегда, очень прост. Ведь что такое сжигание? Это окисление. А если радиоактивный изотоп окисляется, он при этом не перестает быть радиоактивным. Например, в качестве топлива для некоторых типов реакторов атомных электростанций используется не просто уран, а оксид урана. А оксид цезия при нагревании становится очень активным и вступает в многочисленные химические реакции с газами воздуха, образуя различные соединения, которые в сочетании с влагой воздуха дают кислоту. Также при сжигании материалов, загрязненных радиоактивными изотопами, получается мелкодисперсионная радиоактивная пыль, которая разносится ветром на сотни тысяч километров, все заражая на своем пути. То есть это настоящая экологическая катастрофа. Именно поэтому никто радиоактивные отходы не сжигает, а их бережно хранят, пока не научатся перерабатывать или пока они сами не распадутся через несколько тысяч лет. Кстати, о нескольких тысячах лет распада радиоактивных элементов. Это очень важный вопрос, но чтобы не отвлекать от основной темы, я обязательно расскажу о нем в конце фильма. А сейчас возвращаемся к нашей основной теме этого фильма. Так почему же в наше время принято хранить умерших, закапывая в глубину на 2 метра? И почему церковь выступает против кремации? Рассмотрим другой пример. Пожарных, которые первыми приняли на себя удар радиации во время тушения пожара на 4-м блоке Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году и получили дозу радиации, многократно превышающую смертельную. Этих пожарных похоронили на одном из московских кладбищ особым образом, в запаянных свинцовых гробах и сверху залили бетоном. Тут отмечу, что это официальная информация, сам я на похоронах не был и не видел этого. Однако понятно, что такие меры предосторожности были приняты не просто так, а потому что их тела излучали повышенную радиацию. И это явление называется не впитывание радиации, как думают некоторые, а наведенная радиация. Когда предмет или тело само становится радиоактивным при сильном облучении. Кстати, если кто не знал, то тело Марии Кюри также захоронено в свинцовом гробу в Пантеоне. А все ее личные вещи и дневники хранятся в Национальной библиотеке Франции в специальных свинцовых ящиках. Так вот, возможно, традиция закапывать умерших в землю берет свои истоки как раз именно со времен ядерной войны начала 19 века. Ведь если радиоактивный предмет, в данном случае тело, сжечь, то при кремации вся радиоактивная пыль улетучивается и распространяется по округе. При сжигании радиация не пропадает. Именно поэтому все радиоактивные отходы с атомных электростанций, из разных НИИ, а также технику, даже одежду не сжигают, а захоранивают в специальных могильниках. Они даже так и называются. Возможно, именно по этой причине предписывалось тела не сжигать, а именно закапывать, причем на 2 метра, чтобы сдержать радиацию. Так как проверить каждого умершего, облучен он или нет в условиях постапокалипсиса начала 19 века, не представлялось возможным, то, чтобы не рисковать, решили закапывать всех умерших подряд. И по линии церкви был дан приказ найти религиозное объяснение, почему умерших нельзя сжигать. Ну и они нашли, типа, если тело сжечь, то воскресать во время второго пришествия будет некому. Но на самом деле всех истоков церковники уже, скорее всего, и не помнят. Ну или не расскажут. И все прикрывают борьбой с язычеством. Также для кремации нужно топливо. А если все леса сгорели?
то нужно еще знать, где есть запасы. И потом до топлива нужно докопаться, так как все завалило грунтом. Так еще и вытащить раскопанное потом. А если топливо сырое, то как разжечь? А если оно тоже фонит? Короче, одни проблемы. Поэтому не проще ли сразу закопать, похоронить, чем делать двойную работу? Тут хочу заметить, что сам обряд погребения умерших в землю не являлся в то время чем-то новым. Захоронение в могилы практиковали многие народы в разное время, но мало кто знает, что для многих народов это не был основной способ отправить в последний путь своих умерших. В большинстве случаев умерших кремировали, то есть сжигали на кострах, а к закапыванию землю прибегали в редких особых случаях. Например, не было топлива для погребального костра, или свет костра или его дым мог привлечь внимание врагов и выдать местоположение. В таких случаях, безусловно, прибегали к зарыванию умершего в землю. А что такое кремация и захоронение? В чем разница? С точки зрения биологии и химии разницы нет никакой. И в том и другом случае будет процесс окисления и разложения сложных органических белков на простые минеральные составляющие. Однако при кремации этот процесс ускоряется во времени, а при захоронении растягивается минимум на 25 лет. Так как согласно санитарным нормам, именно через 25 лет разрешается повторное захоронение в том же месте, так как тело человека полностью минерализуется. С точки зрения сиюминутной выгоды, захоронение в земле проще, практичнее и быстрее, чем кремация. Но в дальнейшей перспективе, учитывая высокую плотность населения, место на кладбищах быстро закончится. И вот тут подходим к еще одному важному факту нашей реальности. А где кладбище старше 200 лет? А их просто нет. И все потому, что наши предки заботились о будущем и кремировали своих умерших. Хочу отметить, что не нужно все грести в одну кучу. Реальные случаи захоронения в землю, конечно же, были и 200, и 500, и 1000 лет назад. И этих случаев, подчеркиваю, было много. Но это не носило массовый характер, как сейчас. И, кстати, многие древние захоронения на поверку оказываются подделкой. Так, надгробие с датой смерти, например, 1655 года – является не настоящим, ибо такого года не было в принципе. Если кто не знает, то наше современное летоисчисление введено с 1700 года. Но вы можете возразить, минуточку, а как же надгробие с вилочковым крестом? Они же явно старше 200 лет. А я вам отвечу, друзья, никак. Во-первых, в большинстве случаев на этих каменных плитах изображен не вилочковый крест, а ирминсуль, а это не одно и то же. Во-вторых, эти каменные плиты изготавливались совершенно другой целью, а в качестве надгробий их стали применять только когда появилась потребность в захоронении людей в землю. Согласитесь, если мы видим на могиле какой-либо предмет, это вовсе не значит, что он был изначально для этого предназначен. Также можно возразить и привести в пример курганы, мол, вот древние захоронения. Да, курганы есть, с этим никто не спорит. Но даже согласно официальной истории, в курганах хранили знатных и богатых людей, то есть это явление также не носило массовый характер. Еще в качестве возражения можно привести мумии, например, египетские. Но тут есть два интересных момента. Первый – это то, что не во всех древнеегипетских саркофагах эти мумии были найдены. Саркофаги по большей части были пустые, например, в пирамиде Хеопса. А в некоторых местах даже и саркофагов не было. Второй момент. Согласно дохристианским языческим верованиям, кремация способствовала быстрому освобождению души человека и переходу в мир иной, в то время как при погребении в землю душа находилась около тела до его полного разложения. С этой точки зрения, мумификация человека – это не его подготовка к вечной жизни в раю, как нам описывают причину создания мумий фараонов. Мумификация, с точки зрения языческих верований, – это приговор души к вечным страданиям на земле. Но оставим философские и теологические тонкости и вернемся к нашей теме. Итак, на комплексном анализе различных данных мы можем прийти к выводу, что принятая на сегодняшний день традиция закапывать умерших в землю на глубину около 2 метров – это является прямым следствием ядерной войны начала 19 века. Друзья, раз вы досмотрели до этого места, то, как и обещал в начале, расскажу о нескольких тысячах лет распада радиоактивных элементов. Когда я завожу разговор о ядерной войне в начале 19 века, некоторые диванные физики-ядерщики мне возражают, приводя в пример Чернобыль, что, мол, если бы ядерная война в прошлом была, то вся Земля была бы как Чернобыль, где еще тысячи лет жить нельзя, так как все заражено. Так вот, друзья мои, в Чернобыле не было ядерного взрыва. Взрыв на четвертом блоке Чернобыльской атомной электростанции сопоставим с взрывом грязной бомбы, когда
радиоактивное топливо из реактора было разбросано вокруг эпицентра, и мелкодисперсионно-радиоактивная пыль разнесена ветрами на сотни тысяч километров. Чтобы вам было понятнее, объясню так. По физике процессов распада ядерные реакции в эпицентре ядерного взрыва и в реакторе атомной электростанции, эти реакции они одинаковые. Но разница в том, что в реакторе эти процессы управляемые и протекают медленно, а в эпицентре взрыва реакция неуправляемая и протекает очень и очень быстро. И она идет тем быстрее, чем больше мощность заряда, то есть количество исходного вещества. И вот во время ядерного взрыва одни вещества превращаются в другие очень быстро. И, соответственно, чем больше мощность заряда, тем быстрее эти превращения идут. И тем большее количество вещества успевает вступить в реакцию. Именно поэтому на месте ядерного взрыва можно найти в больших количествах цезий, йод и прочие изотопы и продукты деления исходного ядерного топлива. И именно эти изотопы и держат повышенный радиационный фон. Но период полураспада, например, йода составляет всего 8 дней. Цезия 30 лет. Заметьте, полураспада, а не полного разложения. Это значит, что через 30 лет цезия будет в 2 раза меньше. Еще через 30 лет его останется половина от половины. И так далее. Таким образом, спустя 200 лет радиоактивный фон на месте ядерного взрыва вполне может быть в пределах нормы. Разве только немного выше по сравнению с окружающей местностью. И вот эту разницу и нужно искать, и обнаружить следы ядерного взрыва в большинстве случаев. В наше время, возможно, только в изотопной лаборатории. А пример с Чернобылем не подходит. Как вы уже поняли, по той причине, что там раскидано преимущественно исходное радиоактивное топливо. Продукты распада, конечно, тоже есть, но их в тысячи раз меньше. И именно это радиоактивное топливо и будет фонить еще сотни тысяч лет. Друзья, это еще не все. Я с вами не прощаюсь. Впереди еще много интересного. Благодарю вас, что досмотрели до конца. Всего вам доброго. До скорых встреч.